Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, а также Донни, и сегодня мы продолжаем играть в GTA 5 Online, а это рубрика «Битва за контейнеры». Кокусиандр. Сегодня, ребята, у нас немножечко новенький формат. Здесь есть 3 пачки контейнеров, по 10 штук в каждой. Ну и получается, ребята, в каждой из этих пачек стоят уже не цифры, а тачки. Есть тачки со суперспособностями, есть какие-то суперкары, какие-то внедорожники. Я, честно говоря, не знаю, потому что тачки ставил нам другой человек. Ну и, соответственно, ребята, сегодня я почитал ваши комментарии, а также вы мне писали и ВКонтакте, предлагали нововведения для данной рубрики. Поэтому, ребята, сегодня у нас будут действительно стоящие нововведения, потому что мы будем давать баллы тому, кто угадает контейнер, который ему выпал. Ну и давай в итоге мы выберем первые контейнеры из первой пачки и давай подбросим монетку, узнаем, кто будет выбирать первым. Ты за орел или решка? Орел. Я орел. Окей, хорошо. Сири, подбрось монетку. Решка? Ну, ты выбирай, я, получается, первый тогда, да. Давай теперь так. Я думаю, считаю, что мне выпадет цифра 3. Ты как думаешь? Я думаю, что выпадет тебе 9. 9. Хорошо, если, в принципе, мы угадали, то тогда нам балл за, так сказать, интуицию. Сири, назови число от 1 до 10. Это цифра... Никто не угадал. 5, да, никто не угадал, балл никому не достается. Ну и давай, в принципе, посмотрим, что здесь за тачка. Это Rocket Voltic, сразу сходу, вот такая вот офигенная тачка. Окей, хорошо, теперь выбираем тогда машинку для тебя. Ну, я думаю, что тебе выпадет цифра 7. Я думаю, ну, что я 7, думаю, да. Что 9 также. 9, да? Окей, хорошо. Сири, назови число от 1 до 10. Это 4, братан. Просто 4, мы не угадали, и поэтому тебе достается четвертая цифра, четвертый контейнер. И о. Охренеть. Нормально. Охренеть, нормально. Это получается, да, Делориан летающий, ребята. Сильно, 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 ничего не скажешь. Ну а мы теперь, ребята, давайте посмотрим, что было в других контейнерах. Так, 2 Бэтмобиля. Потом, получается, машина Рампа. Потом у нас, получается, Скрамджет. А здесь у нас был... Это что? А, это Руинер 2000. Здесь какой-то автозак Драгстер. Ребята, это, получается, шаурмичник на реактивных ускорителях. Ну и далее у нас, получается, последняя тачка. Да-да. А это, кстати, летающая очень быстрая тачка. В принципе, братан, но у нас тоже неплохой такой вариантик. Поэтому я предлагаю тебе открывать уже следующую пачку контейнеров. И здесь, ребята, у нас... Я даже не знаю, что. Поэтому, братан, давай, короче, также выбираем. Я первый, ты второй. И я думаю, что давай. Мне сейчас выпадет циферка 5. Ну, я думаю, себе выпадет 1. 1, окей. Сири, назови число от 1 до 10. Это 1. Да ладно! Да ладно! Ты, так ты, это ты, делается, ты, вот ты, так. Ты забрал балл вот за интуицию. Вот так могу. Вот так. Да ладно, угадал, ребята. Да, и здесь... Да что? Нормально, что? Сири. Это, Сири, это, с меня чаёк. Это тролль вообще, тролль мой выбор. Я думаю, что хуже там нету, поэтому, братан... Блин, обидно. Ну ладно, хорошо, давай теперь выберем тебе контейнер. И я считаю, что тебе выпадет циферка 8. Я думаю, мне выпадет 7. 7, да, окей, хорошо. Сири, назови число от 1 до 10. 10. Эх. Никто не угадал, к сожалению. Поэтому, братан, прямо сейчас мы открываем тебе контейнер и смотрим, что здесь. Да что? Летающий оппрессор, летающий Делориан. Как тебе так везет-то? Хорошо. Да, ребята, у меня Делориан, получается, и просто обычный скутер. Ладно, давай открывать тогда следующий контейнер. Здесь был обычный какой-то байк, а здесь, получается, у нас был какой-то байк. Скелет, что ли, да, какой-то, ну, такой, типа, да, прикольненький. Призрачный гонщик, да. Так, здесь у нас было колесо, кстати. Ну, слушай, скутер лучше, чем колесо, мне кажется. Да. Здесь у нас был байк Бэтмена, здесь у нас был тоже летающий опрессор, а здесь у нас, получается, неоновый байк, а в седьмом у нас был, получается, байк из Арена Вар, а здесь у нас в шестом последний, это, получается, трехколесный байк. Ну, неплохо. На самом деле, неплохо, но вот я бы лучше себе выбрал бы опрессор, чем вот то, что мне выпало, блин. Ладно, ребята. Скутер это хорошо. Скутер это хорошо, мы переходим к последующей пачке контейнеров, ребята. И давай, в итоге я думаю, что мне выпадет циферка 3. Я думаю, 6. 6, окей. Ну давайте проверим. Сири, назови число от 1 до 10. Семь? Семь. Блин, никто не угадал, обидно. Никто не угадал.
Обидно. Я был близок. Обидно, я был далеко. Но в любом случае, 7, и здесь у нас Формула 1. Просто... Ну, она такая Формула 1, да? Ну, не знаю. Причем это замененка на Занторна, поэтому такая себе. А, точно, это получается Формула 1 от Мерседеса. Замененка такое себе. Ну, ладно. Давай тогда угадывать вместе с тобой. 3 сейчас будет мне. 3, да? Я думаю, 5. Сири, назови число от 1 до 10. Это 2! Ты опять был близок, да. Он не угадал. Ладно, ребята, открываем циферку 2 здесь. О, это у нас Макларен. Обычной Макларен вроде как, да. Я даже не знаю, какая тачка быстрее у тебя, или же все-таки моя формула замененка. Ладно, ребята, давайте смотреть, что было в остальных контейнерах. И здесь у нас получается Крайзлер обычный, потом у нас здесь получается Мерседес, здесь у нас в 8-м контейнере... О, там какой-то драгстер был, я его случайно удалил, да. Ну ладно, там прикольно. Там был Додж хороший, да. Додж. Так, а здесь у нас Мерседес концепт-кар, а тут Бугатти, вот тут получается у нас... Ха, тачка. Что это вообще такое? Тачка-танк? Тачка-танк. Прикольно. Так, в 10-м у нас была, получается, Субару, ну а в 5-м последняя, это получается R8. Ну, в принципе, я думаю, что у меня более-менее хороший выбор. Но, ребята, в итоге тачки мы на испытании уже выбрали. У нас, получается, по байку также есть один суперкар и одна тачка со суперспособностями. Также, получается, ребята, балл за интуицию сегодня заработал у нас Донни. У него 1-0 перед испытаниями. Ну, а теперь пора пройти ряд испытаний, поэтому отправляемся, качаем свои тачки на первое. Go. Ребята, ну что же, наше первое испытание — это последний выживший. Прямо сейчас мы, ребята, ставим для себя аж 5 звезд, и надо просто улетать. Тихо. Тупик. Мать твою, тупик. Тихо. Я выжил. Чё так близко-то? Чё так близко? Да капец, у меня тут танки были. А где ты, братан? Я здесь. Я сражаюсь с танками. Слава богу, я, короче, пока живу. А тебя истребители стреляют по тебе, нет? Нет. Офигеть. Я стреляю по ним. Серьезно? Так тихо, ребята, прячемся. Тут танк, твою мать, танк! Он взорвал меня! Он взорвал меня! Буквально прошло 40 секунд, и он меня взорвал. Слушай, блин, прикольно, так-то испытание, может, еще одно так проведем тоже один такой раунд, потому что получилось очень быстро. Ну, вот. Как хочешь. Давай, короче, чисто я попробую еще пожить, и поэтому, ребята, быстренько восстанавливаем тогда свою, ну, точнее, свой байк, прямо сейчас мы... Это вот таким образом делаем. А теперь давай, короче, все, 5 звезд и погнали. Мне просто интересно, возможно ли на скутере выжить здесь, ну, больше хотя бы 1 минуты. Так, до свидания, пацанчики, до свидания. А у тебя же летающий байк, где вообще все просто. Тебе вообще все очень просто, и тебе истребители не стреляют, да, получается? Такое. Ну, как такое. Бы, неопознанный летающий объект, все дела, но нет. Такое, так, а я если сюда поеду, тут нет никого, надеюсь? Я здесь есть. Да ладно. О, здесь есть, братан, тебя ждут. Серьезно? Да. Я не поеду туда, да и плюс ко всему шлагбаум меня не пускает. Поэтому, братан, ну как бы да. Как бы да. Ну, шлагбаум его не пускает. Шлагбаум не пускает, да. Так, я пока не вижу. Я пока не... Танк. Валим. Нафиг отсюда, ребятушки. Так, отлично. Вот тут мы спрячемся, в принципе. Братан. Даже не думай, что ты сзади. Я должен и тебя бояться, и танки. Слушай, ну я уже живу, кстати, больше минуты. Собственно, это хорошо. Ой, просто первый раз мне как-то не повезло. Но ты еще не взорвался, да, получается? Да. Ай-яй-яй-яй, истребитель. Истребитель, до свидания. До свидания. Тихо. Нет. Там роботы были прямо 2 штуки подряд, но они проехали, слава богу. Блин, а почему тебя не взрывает никто? Там же истребители должны летать. Не так просто. Истребители должны летать. Тихо. Байк взорвется, все, проиграл. Капец, тут роботов, ребята, за мной. За мной вояки гоняются. Ой, все, взорвался байк. Байк взорвался? Да, действительно? Да. Но я упал с него, да. Я понимаю, ребята. Но в любом случае, так как мы считаем по первому раунду, я до сих пор, кстати, живу, уже идет вторая минута. Так как мы считаем по первому раунду, то победил, собственно, ты и зарабатываешь свой 2-й балл за первое наше испытание. Давай отправляться тогда на следующее. Давай. Следующее испытание, ребята, у нас дерби. Только дерби уже у нас будет на авианосце. В общем-то, ребята, обязательно за него поставьте лайки. Ну а задача — просто столкнуть с этой поверхности. Ты готов? Я уже поехал. Понимаю, ты что взял? А, Макларен, я понял. Прикольненько. Нормально. Нет, я взял скутер. Взял скутер? У тебя скутера нету, поэтому, братан... Понимаю.
Понимаю. Поехали. До свидания. Да, отстань ты. Отстань. Тихо. А, тут тупик. Спасибо. Тихо. Я думал, тебя перекину через забор. Тут кое-какие взрывающиеся опасные штуки, поэтому, братан... Ёпта, что? О, пинга. Понимаю. Пинга. Да, ты достал меня. Ты какой-то слишком маневренный. Отлично. А теперь просто, ребята, достать Дони. Да что? Ты достанешь. Не достану. У меня очень большой радиус разворота, поэтому, братан. Это да. Тебе везет больше, так, но тут, понятное дело, ничего не сделаешь, поэтому давай, наверное, иди сюда. Иди сюда. Подловим, нет? Подловил. Подожди. Ты бы еще баржу поставил для того, чтобы ловить меня. Ну, такое, да. Слишком длинная у меня тачка. Слушай, у меня другой вариант. У меня есть другой вариант. Ай-яй-яй. А, ты уехал? Да, а ты что хотел? Ты уехал? А что ты хотел? Да взорвать тебя хотел. Все просто. Да ё-моё, не, братан, что-то как-то... такое себе. Что там сидишь? Что-то как-то такое себе. Ты что, нос? Лопата? Ты нос лопата. Я нос лопата. Давай, да я... Да ладно, ты посмотри на него, ребята. Угу. Ага. Я не могу тебя поймать, ты слишком маневренный. Да, врезаешься вообще ноль реакции почти. Ну да. Плюс-минус одинаковые тачки, но на самом деле. Ха. Есть другой вариант. Ага. Ищи лохов, блин. Ага. Я понял. Не, ладно, братан. Короче, с тобой в толкучку играться тут, ну, такое себе. Пока не вижу лоджик. О! Ты взорвался! Ты первый взорвался! Ну я тебя что раскинул. Ну как бы ты взорвался первый, а я остался жив и... Так ты улетел в воду. Это ты тоже. Ну и что? Так вместе ничья получается. Ну ладно, давай тогда устроим, в принципе, ничью. Хорошо, да, так как я все равно тоже свалился в воду, не остался здесь. И отправимся тогда на наше последнее испытание. Давай. Ну а последнее наше испытание, ребята, это получается у нас спринт-гоночка. Едем мы аж до военной базы более 8 километров. Поэтому, братан, у тебя есть суперспособность летать, у меня есть суперспособность, это, ребята, ускоряться. В общем-то, на счет 3. Раз, два, три, погнали. Погнали, давай. Братан. А, 200, только еду. Такое ну, себе. Я лечу сотку. Сотку летишь, да? Но тебя, по-моему, она ускоряется лучше. А, ты прямо сразу... Я тебя понял, но, ребята, плюс у Дони то, что он может все препятствия перелетать, плюс у меня, потому что я могу очень быстро ехать. У меня максималка, короче, 228. И... Тихо! Да бот! Ну, твою мать, что ты мешаешь-то? Такое, братан. Так, поехали. Слушай, ну у меня, в принципе, ускоритель быстро наполняется. Она, я ее не вкачал, что ли, или что? Серьезно? Я она была не вкачана. Давай, ребят, осталось уже 6.30, давай. Не, я очень уверен, что, ну, должен я победить, прям, ну, 100%. Потому что я уже доезжаю до города, а ты где там? Чисто так, я ради интереса. Просто по прямой лечу. Просто по прямой? Прикольно. Да. Прикольно, нам 5.56 осталось, ребята. Не, у меня если по земле, но есть 40, поэтому у меня без вариантов как бы. Ну да, тебе только лететь, а у меня чисто, вот я же говорю, 228. Давай, в поворот ходим просто на... под фонг! Такое, так, ускоряемся, не теряем времени. Я просто ударяюсь от ботов и такое себе. Давай. Давай, ну да, уже доезжаю. А ты где? Я тебя уже потерял на сценарии. Ну, кстати, я пока лечу. Я вижу. Ну, слушай, на Вангуде я как раз таки потеряю всю скорость и свое преимущество, потому что там куча поворотов, а у тебя просто перелететь его. Я не знаю, там за секунду ты это все сделаешь. Поэтому, ребята, давайте, ускоряемся, погнали. Так, я уже на Вангуде, братан. Ты как, у тебя дела? А я вот над тобой прям. Да ладно, ты так быстро... Добрался, так, вот теперь эти повороты злосчастные. Ребят, давайте, да, я не уверен уже, что я выиграю, потому что ты максимально быстро летишь. Максимально, да, ты уже надо мною. Короче, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто будет... Да твою мать, да уйди ты! Ну, мне бот помешал. Стоит. В комментариях, кто будет, собственно, первый, ребят, потому что, ну, это прямо, ну даже непонятно. Вон, он летит уже справа, я вижу, Тони. Да. Можно тебя как-то взорвать?
Я могу тебя взорвать, у тебя есть оружие, поэтому лучше не обгоняй меня. Так, давай, догоняем преимущество, ребята. Давай. Тут просто, опять же, такие эти повороты. Ну, даже не знаю, ребята, он уже надо мной, а я, ты видишь, как я, да? Да. Все повороты эти прохожу. Так, а тут прямая, конечно, давай, ускоряй, все друзья, мне осталось буквально два поворота. Так, первый, давай, я буду первый, братан, я уверен, я просто уверен, что я буду первый, давай, прямо сейчас, здесь поворотик. Тихо, давай, ты уже тут, капец, максимально ровно идем, да, брат? Да, максимально да. Ровно, давай, войти, ну, вошел, все, да. Давай, да, втащил, пацаны. И последнее ускорение, и я здесь. А ты где? Ты максимально был рядом, да, получается, тебе не хватило буквально чуть-чуть. Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик у нас получился. Сегодня, получается, по баллам, что у нас? Я заработал в первом балл, втором балл. А нет, ты в первом заработал балл плюс интуиция, и там была ничья. Ну, получается, с одним баллом ты все-таки победил, братан, на один балл, и то чисто из-за интуиции. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Если ролик вам понравился, то обязательно, ребята, подписывайтесь на наш канал, ссылочки будут в описании. А также, ребята, подписывайтесь на мой инстаграмчик, также ссылочка будет в описании. Там интересненькие фоточки я публикую, поэтому кто еще меня не видел ни разу, собственно, есть возможность посмотреть. Че? Я переслушаюсь, что выберу. Так, короче, ребята, все. Спасибо всем огромное за просмотр, всем желаем удачи, всем пока. Пока.